Проблемы в регионе есть и в лесной отрасли. Черные лесорубы наносят огромный ущерб не только экономике, но и природе Иркутской области. Именно за неэффективную борьбу с незаконной заготовкой древесины отправлен в отставку руководитель агентства лесного хозяйства региона Юрий Михайлов. Это решение было принято на выездном совещании в Нижнеудинском районе. Только с начала года там возбудили 21 уголовное дело против организаторов незаконного лесного бизнеса. В ближайшее время налоговые службы проверят работу компаний-заготовителей. Также будет проведен анализ договоров аренды лесных участков. Примечательно, что Юрий Михайлов проработал на должности руководителя агентства лесного хозяйства всего 3 месяца. А прежнего главу Александра Кулахметова летом прошлого года освободили от должности за неудовлетворительную работу по организации профилактики и тушения лесных пожаров.